образца наберем 12 петель на основной узор плюс 2 кромочные, итого 14 петель. Наберем обычным способом 14 петель. 14 петель у меня на спицах, одну достаем и начинаем наш узор вязать с самого первого ряда. Первую кромочную петлю либо переснимаете, либо провязываете, как я. Это только я делаю в первом ряду. И далее вяжем узор. Первая петля изнаночная. Вторую петлю мы переснимаем нить перед работой. Далее 2 изнаночные. Раз, два. Это раппорт. Второй раппорт изнаночная. Нить пересняли на правую спицу. Рабочая нить перед работой. И 2 изнаночные. И последний раппорт изнаночная. Далее петлю мы переснимаем на правую спицу, нить перед работой, 2 изнаночные. И кромочную вяжите как привыкли, либо лицевой, либо изнаночной. Кромочную сняли, и все петли мы вяжем изнаночной петлей за правую стенку. Все петли изнаночной. И кромочная. Третий ряд, все петли лицевой, кромочная изнаночной, и четвертый ряд мы вяжем все петли изнаночной. Итак, 4 ряда провязала. 5 ряд. Кромочную мы снимаем. Далее мы вяжем 1 изнаночную. Следующую петлю вяжем таким образом. Перемычку, которую мы оставляли нить перед работой в первом ряду, вот она. Так. Мы ее надеваем на перед, вернее, второй петлей и провязываем эти 2 петли за правой стенки изнаночной. За счет вот этих вот поднятых перемычек и получаются вот эти вот ромбы. Далее мы вяжем 1 изнаночная. И следующую петлю мы переснимаем вот таким образом. Опять нить перед работой рабочая. Раппорт закончили. Второй раппорт изнаночная. Далее вот эту перемычку от первого ряда, которую мы петлю переснимали, здесь нить была перед работой, поднимаем перед петлей, провязываем из двух одну изнаночную, так, далее просто изнаночная, и следующую петлю переснять за правую стенку нить перед работой. И последний раппорт изнаночная, поднять перемычку с первого ряда, провязать вот эту сдвоенную петлю изнаночной. Далее просто изнаночная и в конце ряда, в конце раппорта петлю переснять, рабочая нить перед работой и кромочной изнаночной, либо лицевой, как вы вяжете. Все. И далее снова второй, третий и четвертый ряды, они повторяются. Шестой ряд мы вяжем все петли изнаночными. Седьмой ряд, все петли лицевые. И восьмой ряд, все петли изнаночные. Так, готово. И сейчас мы вяжем снова первый ряд, но уже по-другому. Этот первый ряд мы вяжем только один единственный ряд, раз в начале самого вязания. Сейчас вяжем первый ряд узора, и так мы будем повторять все последующие разы, сколько вам нужно будет его связать. Кромочную мы сняли, далее идет изнаночная. Следующую петлю мы снимаем нить перед работой.
Далее у нас идет изнаночная, и перемычку пятого ряда мы поднимаем перед петлей и провязываем вот эту сдвоенную петлю изнаночной. Все это и будет раппорт первого ряда. То есть в начале нашего вязания у нас не было ничего было поднять, соответственно, мы вязали без этого момента. Повторяем раппорт. Изнаночная, петлю переснять на правую спицу, рабочая нить перед работой, следующая петля изнаночная, и в конце раппорта перед четвертой петлей надеваем перемычку пятого ряда и провязываем сдвоенную петлю изнаночной. Вот таким образом у нас получается узор. И последний раппорт. Изнаночная, петлю переснять, рабочую нить перед работой, снова изнаночная, и в конце ряда, в конце раппорта поднять перемычку пятого ряда, надеть ее на левую спицу и сдвоенную петлю провязать изнаночной, и в конце ряда кромочная. И у нас уже начали вырисовываться ромбы. На этой пряже еще даже интереснее смотрится. Этот узор, она более воздушная, пряжа эта, и узор отчетливо виден. Идеальная пряжа, идеальная толщина пряжи вот именно для этого узора лучше потолще. На тоненькой пряже он будет немножко рябить, возможно, мельчить узор, возможно, будет не так эффектно смотреться. Если вы вязали уже такой узор из тонкой пряжи, поделитесь, пожалуйста, своим мнением, как она выглядит на тонкой пряже. Вот эти вот перемычки, вот они сейчас вам покажу на большом образце. Вот она, эта перемычка. Ее можно немножко их подровнять. Лучше это делать сразу. Узор будет выглядеть более четко, более ровно. Очень простой узор. Эффектный, интересный, необычный. Я бы сказала, незаезженный узор. Забирайте, девочки, этот узор в свои копилки, делитесь со своими подругами-рукодельницами, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. Всем пока-пока, до встречи в новых видео.